Воспитанники секции рукопашного боя «Барс» физкультурно-спортивного комплекса «Олимпийский» обладают такими же качествами, как и хищник, в честь которого назван их клуб. Сильные, выносливые и быстрые. Я занимаюсь уже смешанными единоборствами 11 лет, мне 18. Вот. Привлекли тем, что всегда с самого детства хотелось уметь постоять за себя и за своих близких. Каждый раз на соревнованиях ребята подтверждают свое мастерство. Вот и на Кубке Донецкой области по смешанным единоборствам, который проходил в Краматорске, спортсмены завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей и в итоге заняли второе общекомандное место. А в чемпионате Донецкой области по боевому самбо показали еще лучший результат. Мы показали хороший результат, завоевав первое командное место в командном зачете. Там приняли участие команды из городов Харькова, Балаклея, Северодонецк, Лисичанск и также команды Донецких областей. Рукопашный бой – это дисциплина с большим арсеналом приемов. И чтобы их освоить, нужно очень стараться. Поэтому спортсмены физкультурно-спортивного комплекса «Олимпийский» каждую тренировку усердно постигают основы разных видов борьбы. Я выиграл по боевому самбо первое место. Соперники были сильные, но я справился. По ММА, по смешанным единоборствам, я завоевал первое место. Так же самое, были очень сильные соперники, но я все равно выиграл это первое место. Мне было сложнее победить по боевому самбо в первом бою. Было с Харьковской области. Он был чемпионом Украины по боевому самбо, и мне было очень тяжело с ним. Но мне удалось победить его болевым на руку. Я занял по смешанным единоборствам второе, а по самбо первое. Расскажи, как тебе это удалось? Какие у тебя были трудности? По самбо у меня был соперник, который на 12 килограмм тяжелее меня. И я его выиграл болевым. А на смешанных единоборствах я получил второе, то что меня поставили с мальчиком, который находится дальше и на 5 килограмм тяжелее меня. В последних соревнованиях я занял 2 первых места. У меня было в двух весовых категориях по 4 боя. То есть противники были сильные, опытные, было тяжело. Как тебе удалось их одолеть? Расскажи, какие качества тебе пришлось проявить? Не знаю, скорее всего, это благодаря моему тренеру, Артему Николаевичу. Вот. Если бы не его наставление и не его тренировки, то ничего бы этого не было. Я, допустим, тренируюсь 5 раз в неделю, вот, хожу на «Металлург» и сюда. Ну, в принципе, чтобы победить соревнования, нужно самоотдача, в первую очередь, отдавать этому виду спорта всю свою жизнь. Благодаря успешному выступлению спортсмены «Барсы» завоевали право участвовать в чемпионате Украины по боевому самбо, который уже сейчас проходит в Киеве. Так что давайте пожелаем нашим бойцам удачи и возвращения с новыми победами.